Рубчинский Эдуард, защитник ЗГХСТ. Эдуард, не удалось забить уже вторую гряду. Скажите, почему не получается распечатать ворота соперника? Я думаю, дело везение. Получается, работаем над этим, конечно, на тренировке. Ребята бывает растеряются. Везение это дело. Что не получилось сегодня? Какова была задумка на матч? Как планировали играть и что у вас не получилось? Надо было забивать, и играли в атаку. Не было такого, что нужно было подержать, где-то перекатить.